Те годы демоны распоясались. Брат Чан Мей и первый мини-мастер Цзорен Хуан использовали волшебный меч, запечатав короля демонов в мистической башне. Брат после всего отдал меч на хранение в Улун. Брат! Скверно, скверно! Увидеть в воде луну? Синий лотос из праха! Понял. Все-таки в каком виде пришло сознание? Чей песчаный донатор прибыл позаимствовать наш волшебный меч? Раз направляетесь в башню демонов, возьмете меня? А? Мы элитная команда, без убогих. Свят, свят, помилуйте, простолюдин! Так называемый король демонов, он же и непростительный грех. Вот чудишь. Я почти избавился от демонического духа. Уничтожить всякую нечисть в мироздании. Двор Улун. Ой, меч сломался. Ваши обалденные навыки в кунг-фу слишком хороши для экзорцистов. Скоро